Лежит. Лежит. Вот, прямо у дороги. Но он серый еще. А сейчас все бело, он серый лежит. Сейчас я его к вам выгоню. Не стрельните! У меня сейчас крупно заряжен. Ну, может, машину боится, что увидал. И я разговариваю. Первый трофей сразу только вышли. Кого? Продолжаем охоту. О, косули. Вот они где все косули. Нас другой серый зверь интересует. Этот нас не интересует. Снежок у нас все. Как бы зимний. Таять больше не должен. На сегодня еще около ноля. А в ночь уже, по-моему, около минус 10 и потом до минус 15 есть дни. Но в эту траву не знаю, что залез, не залез заяц. Как бы, скорее всего, не залез, где-то с края, наверное, кустов еще может лечь. Нас двое. Гонять нам что-то пока неохота. Будем так в разбродик ходить. Вот, есть следы. Опять зайчи. Так, пока я их торопить не буду. Специально. Сейчас обойдем, выйдем. Если там больше никого не будет, придем сюда. Идем потом, вот этот уже более свежий след. Сейчас позвоню, узнаю. Если его вот здесь вот тут нету, может быть, лежит. Из-под ноги выскочит. Жарко, у меня очки начинают запотевать. Это, в общем, у нас тут заяц должен был бы оказаться. Если он вот это не ушел. Нет, это вроде косуля. Так. Вот зайчи есть ли.
кругом стрельба. Так, ну заяц, значит, у нас в кустах. Ну что, пробую заходить в кусты. В вашу сторону побежал. А вот где-то в кусту сидел. Алло? Нет, куда-то в вашу сторону, влево сюда, в сторону поля должен скакать. Ну вот я сейчас по следу иду, как бы я тоже сквозь кусты его уже в последний момент увидел. Да вроде нет. Заяц, залез куда? Вот маленькая кровинка, не знаю, видно, не видно.
В общем, я ему по передней ноге вроде цепанул, но он вроде на нее не доступает, маленько там кровинка есть. Сейчас вот тут в кустах вот он сидел. Я сейчас так для виду крикну, чтобы сориентировались, где я. Нет, он куда-то, где вы стреляли примерно. Я прям по кустам лезу. Ну вот сейчас я. Оп! Хай! Ага, давайте. Тут вроде крови начинает идти больше. По крайней мере, вот здесь. Продолжаем поиски зайца. А, кусты. Снег за шиворот. Зайцу все тяжелее. Да? А, выскочил он. А я слышу, вы вот напротив меня заговорили. И это как бы сейчас... Но у него крови сейчас все больше и больше. Давай. Все в снегу. Тут вот еще уже зайцем набегано каким-то не этим, наверное. Не вижу, нифига, очки запотели. Следов полно. Где какой заяц, в итоге вообще не понять. Так, вот он. Прыг.
И вот сюда. И тут набегано. В общем, два зайца у нас и оба заскочили вот сюда, с противоположной стороны. В эту сторону не срезались, если только через железную дорогу, либо сквозную, вообще далеко-далеко побежали, но поди не должны. И так километра полтора у них пошел по прямой след. Сейчас попробую покричать, пошуметь, может быть, обратно кто и выскочит, или какой-нибудь другой, или лиса. Хоп! 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 Попробуем. Время к обеду уже. Наверное, без 20:12. Густотища. Есть вот заячий следок. Скидочка. Как раз. Хоп, хоп, хоп. Сейчас мы его поищем. Должен был побежать. Хоп, хоп. Должен был, должен был. Уже соскочить и драть, как сумасшедший. Убегать, спасаться. Хоп, хоп. Хоп, хоп. Хоп, хоп. Ну вот он уже и побежал. Где-то рядом со мной, получается, находился. Хоп, хоп. Посидел, послушал. Еще посидел, послушал. И побежал. Побежал круги наяривать. Нет. Нет, побежал дальше. Хоп, хоп. Хоп, хоп. Еще след зайчи старенький, это может один и тот же. Хоп. Хоп, хоп. Зайцы. Возвращаюсь, в общем, на следы, где стрелял по зайцу. Что-то меня терзают смутные сомнения, что это он из кустов выскочил и поле перебежал. Мне кажется, это был в итоге другой заяц. А этот, скорее всего, как мне хочется верить, смертельно ранен оказался. Сейчас проверю, попробуем, посмотрим. Прав я, не прав окажусь. То, что как-то ошибка, он здорово
потом стал бегать через поле там след. И на переднюю лапу, на вторую наступает. И даже получается не хромает, и ни кровинки у него нету. Как он так быстро раны залечил, непонятно. Сейчас надо найти следы, где я был. А вот я был, он, наверное, вот из этих кустов выскочил. Откуда-то отсюда лежал. Только что уже снежок подсыпал маленько. Сейчас погляжу, откуда. Интересно же, насколько он в итоге подпустил-то. Нет, уже где-то прошел, наверное, место, где по нему стрелял. Так, ладно, лезу. Лезу обратно в кусты. На его на след. Вот тут вот прямо вот у него вон сколько крови. На следующем шаге кровь. Там еще было в одном месте больше крови. А когда он из кустов выскочил, заяц, по его следам вообще крови нет. Так что как-то непонятно все. Вот кровинки, вон кровинки. Так, ну все, а отсюда я уже ушел со следа. Сейчас буду тут ходить дальше по следу тогда. Убедиться надо. Вот сколько крови. Кусты густющие, тут его вообще не найдешь. Если даже я к нему и подойду, если он, то все-таки не он выскочил, а другой. Мне его тут не увидеть. Нет, похоже, все-таки это был он. Вон тоже кровь. Куда он подевался? Блин, кровинок не видать, но на лапу на одну встает. Вторая вроде у него ломана. Или это нифига не он. Или это он. Не понять. Что за заяц? И сколько их тут зайцев?
Так, вот он, который мой. Продолжаю поиски. Начал он вроде крутиться. Может, где-нибудь зайдет на лёжку. Сидел и сюда в кусты пошел. Фу, паразит. В общем, вот он лежал, убежал. Иду дальше по следам зайца. Похоже, тут собирается в кустах отсиживаться. В густых, скорее всего. Идет, периодически останавливается. Так что, видимо, ему не совсем все хорошо. Сейчас его постараюсь где-нибудь перевидеть, может быть, и еще подранить, или сразу добыть. В общем, охота продолжается. Очередная скидка у него. Вот сидел. Что такое? Тут вообще хорошо на краю. Что это он тут? Кого-то пал, что ли? Сюда спрыгнул. Идет сюда. Но это даже лучше. Продолжаю отравление зайца. Сейчас мы его уже вдвоем будем наблюдать. Как-то он перескочил у нас через поле. Без остановок фигарит уже. Метров 300, наверное. Уже должен устать и ложиться спать. Вот сделал двойку туда, там вот я его видел, он
перескочим влево. Тут такое чувство, что ему совсем поплохело. Очень много крови. Где-то он должен уже устать. Тут такое чувство, что ему совсем поплохело. Очень много крови. Где-то он должен уже этого с него краище. Кажется, удачно. Все, готов? С него что-то, как он скидку сделал, столько кровищи льется. То ли он ногу себе подвернул. А, ну вот она у него шибко и начала кровить, наверное. Прям крови. Потихоньку уже.